Насекомые перелетают с цветка к цветку на кладбищах, в садах. Так они и опыляют деревья. Вот так намного лучше. Вот так себя и надо вести. Так вы многому научите о природе и ее тайнах. Только шмели могут забраться в некоторые цветки, потому что у них есть длинные хоботки. На цветах каштана вы можете увидеть только шмелей. Иногда деревья привлекают и обычных пчел, но они скоро понимают, что их хоботки слишком коротки. Шмели также очень любят клевер.